Вот это чуть-чуть долины хаоса. Я иду. Камни, видите, смотрите, какой нога, какой камень. То есть здесь серьезные. Там внизу еще больше лежат. Тут я не пойдем. Мы пойдем другим путем. Сверху ветра. Камни тут осыпчатые. То есть внизу, видите, какой лежит камень. Иногда камень еще на камень. И он уже осыпался, так что опасно. Ходить нужно по свежим камням. Те, которые, то есть по старым утоптанным, которые насидели свое место. Если вдвоем, то далеки, потому что можно запалиться со второго. Вот они какие булыжники. Сейчас я спущусь здесь, обрывчик очередной, и покажу, как Вова лезет. Вот, смотрите, какой валуш и камень какой висячий. Долина хаоса. Это еще не она, но почти рядом. Вот он, хаос. Тис там растет, камень большой. Вот она, хаоса какая большая. Там видно, Володя идет по маршруту. Вот они все под ногами шевелятся. Почти. Побольше они, конечно, их тяжело расшевелить, а маленькие все шевелятся. Вот, лежачие. О, там пещера какая-то. Прикольно. Даже есть вход в пещеру. Валуны, видите, вот тис растет на валуне, а вторым валуном прикрыло, а там он, валун, лежит подпертый, и скала отвальная. Вот так надо слазить, кусок долины хаоса. Вот этот валун метров 6, где-то 7 даже, валунище. Итак, мы в лесок в очередной входим, а там дальше следующая долина хаоса. Вот я ступил, а он упал не до конца. То есть вообще стрёмно. Только на большие надо становиться. На маленькие не становитесь. Зеленый камень. Идем своим путем. Вот тоже смотрите, какой большой валунище. И вот отвал. Там он лежит, лодка где-то уже заросла елочками. Вдалеке. Не видать ее. Пещера отвалилась. И скала хаосная. И тис. Тис тут растет много. Тисиков, тисов. Больших. Вот там пещера образовалась. Ну, здесь вот ходят, кто-то лазит. Такие, как мы. Или козы дикие.
Ох, подсыпается. Очередной оазис деревянный. К настоящей долине мы еще не пришли. Вот здесь стояночку можно делать. Чистое место. Тисовые подснежники. Беленькие. И пещера. Ух ты, пещера какая. Сейчас посмотрим.